vais filmer pour que... Parce que c'est la première fois qu'il y a eu comme ça. Parce que je sais pas comment ça se passe en fait. Qu'il sera pas abîmé et tout ça. Alors, en fait, on prend des photos ici sur le site. Ok. Ok, je vais filmer, ça vous gêne pas? Non. Pour qu'il n'y ait pas... S'il y a un problème. C'est les deux seuls problèmes. Please to check and then your driver license. Passeport, vous n'avez pas besoin? Je crois pas. Donc là, on fait les photos de la voiture. Il y a dans votre livre quelque chose qui est à l'inverse, que vous soulignez beaucoup et qui a toute son importance, c'est le silence. Remettre au bout du jour en relançant la camif sur Internet. Yannisme, mais en région parisienne. Oui, c'est une spéciale fête. Encore moins cher, c'est Carrefour, Carrefour. On a déjà eu lieu et ce sont des... RTR. On a tellement... Ah bon? Et puis à ma belle-maman. Elle comment, pardon? Jacqueline et Maurice. Très bien écrit dessus, c'est mal soigneusement. Net de plus, quoi. Tête en l'air, tu me voulais.
mío está mi respirar. Todo toma en espiral. Quiero tirarme a foto y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como de dar. Contigo me sube el overall. Yo toco y hasta el mundo de ahí. Ahora no sé tener la muerte, no me sé parar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Чуть не отвалилось. Нормальное помещение, чё? Коробки уже стоят, смотри, не надо завозить коробки. Уже все есть, Алексей. Можешь те коробки там оставлять, а эти пусть тут. А? Чё? Хорошее помещение. Люстры висят, смотри, столы антикварные уже, все есть. Шкафы, микроволновка, смотри. А? Там вот банки все стоят, все есть. Даже принтер. Принтер, какие-то банки тут. Газовая плита, тумбочки. Все есть. Второй этаж там. Кран.
кран есть, смотри. Где? Ты где? Ведем репортаж из центрального отеля Шамани. Там кровать, вон, пожалуйста. Все, все есть. Тут кровати. Вид шикарный из окна, вон. Передай привет. Не хочешь? Передай привет, Алексей. Ну, давай, с Новым годом тебя. С Новым годом. С Новым годом. Вон, вид, вид из окна какой хороший. О, какой отель. Замечательный. Вон, все, подъемник пошел. Пошел. Да, видимо, здесь людей не было давно. Телевизоры еще стоят с тех времен. Комнаты вот. Раз, комната, два. Шамани покупают недвижимость. Да, да. Да. А людей так комментарии есть в городе? Короче, Сан-Жерве лучший город, но в Шамани покупают. Да. В Сан-Жерве катаются. Ну, там видно, там нормально. О, какие шамани. Рисунки. Маленькие дома, тебе стоят. Тут город. Здесь город, как Роза Хутор, так же. Там деревня. Гетто для богатых. Гетто для богатых. Скучное гетто. О, ёлки какие крутые. Тут вот как раз ты рассказывал. Ага. Угол в этих своих. Ага. Круто. Приехал и все. Сразу мне. Ага. Круто. Давай все нацепили. Ага. Ага. Круто, круто. Что? Ага.
что еще делать? У нас тут столько видео снимать. Я окалила, пошла в магазин, погрелся. Это ну, вообще встреча. Встретились. Встреча в Шамани. Не в Сан-Жерве, а в Шамани. В Сан-Жерве они не хотят встречаться. Там их не хотят встречать. Да. Там другие. Не, ну, наверное, на лыжах не хотят покататься. Ну, понятное дело. На каких лыжах? На лыжах тут просто фоткаются. Берут лыжи и фоткаются. Да, так в основном. Да, круто. Еще дома. Еще. То есть это большой город. Ага, целый город. Улица, улица. Да, Шамани. Большой город. Ну. Опять сатана полез на балкон. Чего не хвещет? Да, нормально так Новый год отмечать. Ага. Кафе. Пошел в кафе. Долго собирался, да? Чтобы пойти в кафе, нужно одеться полностью. Но они русские. Да, нужно лыжи взять, все, как будто ты с трассы. Да, и в кафе. Да. Да, чувак пошел в кафе, короче. Нормально, да. Еще. Что-то задумал. Ладно, пойдем сейчас дальше. Наверное, будет спать. А? Нормально. Что-то не зовет.